Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. И сегодня мы поиграем в игру, которая называется Dino Bash. Ну что ж, поехали играть. Рэмбо отлично справляется с группой слабых троглодитов. Рэмбо, давным-давно. Так, это что такое у нас? Наконец-то мы нашли избранного. Ёлки-палки, Т-рекс что ли? Голодные троглодиты. А, троглодиты это типа первобытные люди. Ой-ой-ой, думаю, нам нужно что-то сделать. Защити яйцо. А, так я играю за динозавров. Я думал, что я играю за троглодитов. Нет, ребята. Так, подтащи снаряд к троглодиту. Ну давай. Бумс. Отлично, готово. Нет, ребят, не готово, нифига. Проведи, чтобы переместиться влево. Так он сейчас яйцо лупанет. А до сих пор... А, он до сих пор держится, бей еще. Бью. Все, больше он не держится, ребят. Не дай им разбить наше яйцо. Все, я понял, я буду сейчас их вот атаковать. Вот таким вот образом. Ребят, у меня, я так понимаю, птеродактиль здесь летает. Маленький, да? И бомбит их. Да, твоя победа. Ну, первый, ребята, уровень был самый легкий. Открыт новый динозавр Кусака. Покусает любого троглодита, это хорошо. Брось снаряд на скрытую бомбу, чтобы взорвать ее. Наша яблоня постоянно дает яблоки. И? Ну, она дает постоянно яблоки. Купи за 2 штуки вкусных яблок Кусаку. Ага, понял. Это, ребята, энергия. Покупаем Кусаку. Не волнуйся, твои динозавры сами атакуют троглодитов. Да я, честно говоря, не волновался. Так, давай посмотрим, как это будет выглядеть. Бежит Охламон, а теперь покончим со всеми троглодитами. Так, а как мы должны покончить? Ребята, да что ж такое-то? Мне кажется, лучше вот так вот их бомбить. Согласитесь, да? Что-то троглодит как-то слабоват, мне показалось. Или мне это только показалось? Слушай, наверное, не пока... Это что еще тут? Иди-ка ты, знаешь, куда подальше, а? Стрелок тут еще вышел мне. Охламонище, а? Так, давай, яблочко, цвети. Мне нужны яблоки. Лопух такой. Ладно, давай еще вызовем. Все, наказали. Да, победа моя, ребята. Слушайте, нам просто нужно победить троглодитов. Я думал, что нужно еще, знаете, пещеру ихнюю тут забомбить. Но нет, ничего подобного. Открыт новый снаряд. Бомба из лавы. Этот взрывной сюрприз опасен для групп троглодитов. Угу. Найди, куда ударить, чтобы разрушить катапульту. Ой, елки-палки, ребята, это было обучение. Этот остров выглядит безопасным. Можно принести сюда яйца. Ага, да, ребята, это было у нас тренировка. Ничего себе. Так, брось снаряд на скрытую бомбу, чтобы взорвать ее. Так, ну-ка брось, как говорят, новую бомбу. Бросил. Ох, ядрить на корень. Вот незадача, эти бомбы долго перезаряжаются. Я понял. Ну ладно, дружок, с остальным справишься самостоятельно. Да уж как-нибудь постараюсь. Что это? Что это за крик такой был сейчас? А ну-ка давай-ка, Кусака. Безумный шаман лечит других троглодитов. Это шаман? Ну да, видимо, шаман, ребят. Я вызываю, вызываю. Так, давай мы так сделаем. Бум! Чтобы он не лечил, ребят. И еще вот так вот камушком. Шикарно. Слушай, ну Кусака слабоват. Вот серьезно вам говорю, он слабенький. Не такой уж сильный у него и дамаг. Ладно, этого мы сейчас... Вот так. Так, 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 ты будешь кусать или нет? Ой, их тут слишком много, ребят. Слушай, мне нужна, наверное, вот эта вот бомба. Во, вот она, вот она сейчас взорвет всех тут. Бумс. Нет, не всех. Но почти. Так, давайте вызывать этих кусак наших. Кусака, ну какой же ты слабый. Ну елки ты палки, а. Не можешь справиться вот даже с этим троглодитом. Троглодитом. На.
Так, новый динозавр Раптор. Ух ты! Ты смотри, у нас динозаврики новые появились. А что мы стоим, что ждем? Не могу понять, что они ждут-то? У моря погода, что ли? Бум, взорвали якобы, да? Ну неужели? Мы победили. Для чего нам интересно даются монетки? Открыт новый динозавр Раптор. Среднее здоровье и атака. Кошмар для троглодитов. Я понял. Я понял, это значит, ну, посильнее будет, чем кусака, надеюсь. Так, здесь у нас все пройдено. И следующий уровень, это четвертый. Я хочу посмотреть, ребята, что тут вообще. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько здесь, ребята, интересных мест будет. Так, ну что же, 100 уровней в этой игре, ребят, 100. Хм, заманчиво. Ну что же, а мы идем с вами к четвертому уровню. Странный какой-то тут рисуночек. Какой еще плювик тут будет, а? Плювик. Так, ну что же, они там орут, я так понимаю, они собираются на меня бежать. А мы будем их бомбить пока. Давай посмотрим, что у нас делает вот этот динозаврик. Как он будет атаковать? Хотелось бы мне просто, ребят, посмотреть. Намного ли он сильнее? Ребят, ну на порядок, поверьте мне, на порядок он сильнее, чем кусака. Так что есть смысл его вызывать. Ну и, соответственно, камнями тут бомбить. Бум! Вот так вот. Вызываем. Так, последняя волна. А, тут волны, вот оно как. Слушайте, ребята, а это же, получается, игрушечка-то у нас типа Tower Defense, если брать по большому счету, да? Только здесь мы должны защитить яйцо вместо своего замка. Вот так-то. Так что эта игра подходит полностью к нашему каналу. Так, ну что ж, давай тогда вот так бомбить. Яблочко. Так, ребятуль, сейчас накумарим. Блин, ну все равно троглодит очень сильный. Он все равно сильный, ребят. И бьет он довольно больно. Так, ну мы справились с этой волной. И победа моя. Тут, видите, если смотреть рекламу, можно получить больше монет. Ух ты, мы получили бриллиант за повышение уровня. У нас второй уровень. Вот так-то. Открыто новое улучшение, скрытая бомба. Купи скрытую бомбу из лавы в магазине улучшений. Брось на нее снаряд, чтобы взорвать. Хорошо, давай посмотрим, что это такое. Да я же сказал, в магазин затих, зачем же вы... Улучшить. Ага. Ребятули, вот для чего нам, оказывается, нужны были деньги. Для того, чтобы улучшать своих динозавриков. Давай улучшим, конечно же. Так, обучение — тяжелый труд. Заверши улучшение мгновенно за бриллианты. Ага, теперь мне понятно, для чего нам нужны бриллианты. Чтобы ускорять, как говорится, повышение наших динозавриков. Теперь преподаем урок. А это кто такой? Я, конечно, попробую преподать урок. А что это за... Какой-то, знаете, мне напоминает чем-то морскую рыбу этот конек. Ага, я слышу недовольство. Это кто такой? Опачки, ребятули, смотрите. Этот троглодит защищен от всех снарядов, кроме бомб. Я так и понял. А как насчет динозавров? Защищен ли ты от них или нет? А ты иди отсюда, тебя никто сюда не звал. Слушай, посмотрим, как это все будет действие происходить у нас. Блин, все равно он до сих пор сильный. Ой-ой-ой-ой-ой, ну мы отпинали его. Давай дальше бомбим. Я вот так вот сделаю, наверное, ребят. Бомбочку сюда. И бумс. Шикарно она бомбит, тут уж ничего не скажешь. Отойди отсюда, лучник. Да, это типа лучник, ребят, правда, он бросается ветками. И у нас последняя волна, я готов. Давай, кусака, будем, ребята, вызывать и этих, и кусак. Ага, блин. Камень на них бесполезно бросать. Потому что они... защищены. А вот бомбочку, я думаю, самое то. Сейчас я кину. Вот так, давай бросим. Бум. Ты посмотри-ка, еще выжил. Есть. Последний, новый динозавр Плювик. Ах, так это это динозавр такой был, оказывается. Плювик. Ну, давай посмотрим, что ты делаешь, Плювик. Плюется, наверное, а? Точно.
Это наши стрелковые, как говорится, юниты. Давай, 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 плювики. Вот так, слушай, они довольно хороши. И победа моя. Мне понравились эти плювики. Открыт новый динозавр плювик. Больно плюется издалека, но здоровья у него мало. Прикрывая его другими динозаврами. Но это, ребятушки, и понятно. Ну, все стрелки у нас слабенькие, когда нету, так сказать, защитников для них. Так, у нас, смотрите, здесь, ребята, снаряды и особые предметы. Вот, кстати, скрытая бомба. Дай-ка я куплю, наверное, да? У нас монетки позволяют это сделать? Позволяет. Куст. Откроется на шестом. На шестом что, уровне? Ладно, хорошо. Мы можем с вами улучшить, например, бомбу из лавы. Плюс 20, я так понимаю, к урону. Хорошо, а что мы можем здесь сделать? Улучшить плювика. Тирексик открывается, ребята, только за бриллианты. 20 бриллиантов нужно. Жаль, у меня всего лишь 2. Но зато я плювика могу улучшить. Так, атака на 5 единиц улучшится и здоровье на 11. Да, я сделаю это. Я думаю, что это будет хорошо. Так, пропустить. Хе-хе, смотри, что у него на голове. Типа прическа такая, да? Кустарничек на себя надел и, типа, крутой становится. Хорошо, и я вот не знаю, или нам... Ой, тут, ребята, за брюлики пошли уже динозавры у нас. Ну и тут, ух ты, прилично. Какая-то ледышка, тирекс. Подожди, вот это тирекс. Рокки какой-то. А этот, а, это тирексик. Значит, это маленький у нас будет динозаврик. А тот, видимо, большой. Блин, да мне бы хотя бы маленького получить. Что это? Что это такое? Что это за музыка была? Ну, я не знаю, ребят, можно, конечно, попробовать. А что можно попробовать? Ого! Яйцо динозавра. А, мы улучшаем здоровье нашей базе, ну так скажем. Слушай, а уже, да что ты, уже дороговато будет стоить. 1210, чтобы следующее улучшение сделать. Так, тогда давай мы, наверное, все-таки улучшим валун. Да, давай улучшим валун. Ну что, поехали, у нас, ребят, что это такое? Это у нас какой-то куст, видимо, скорее всего. Блин, ребята, у них будут катапульты потом, вы представляете? Ого. Это же мина. Я ведь помню, что это мина была. По крайней мере, она так называлась. Так. И, скорее всего, мне нужно в нее попасть камнем, да? Чтобы она взорвалась, по-моему, так. Так, плювики, давайте выходим. Идите, знаете куда? Вот так вот. Ух. Бумкнуло так как не слабо, а? Ну что, где там? Вот они, гаврюши, бегут. Так, отлично. Давай-ка еще немножко, да? Попадем? Да попадем, конечно же. Вот так вот, хорошо. Слушай, плювики. Слушай, а плювики довольно неплохие. Вот, это кто такой? А, это с копьем. Так, а вот этих вот нужно сразу же уничтожать. Зачем я это сделал? Ой, ребята. Сглупил малька. Так, вот она. Очередная, ребята, идет волна. Причем последняя. Плювики, работаем. Давай, давай, родные мои, бомбим его. Что-то мне... шаман тут еще вышел, а? Слушай, мы не даем ни единого шанса нашему врагу что-то сделать. Мы его просто разбиваем, побеждаем. Ух ты, открыто новое улучшение. Куст. Троглодиты тратят на это какое-то время. В плане... Они тратят на это какое-то время. Что они должны с этим кустом? Они перейти через него не могут или как? Куплю, конечно же. Тратят на это какое-то время. Немножко мне непонятно, какое они время тратят и для чего. Фух. Но мы с вами переходим вот сюда. И тут вообще непонятно что. Какой-то снежок, елки-палки. Или облачко. Честно говоря, не мог понять. Такое впечатление, что у нас еще до сих пор идет обучение. Я, может быть, конечно... Ох ты, какой... Какой сильный, надо плювики срочно вызвать. Да и вот этого тоже. Я забыл, как увеличать-то. Да, ребят, видите, они здесь могут просто пробегать, и ничего им не будет. А вот если я сюда бомбану... Плювик. Плювик очень хорошо, кстати, бомбит их. Мне это нравится. А давай так сделаем. Ну, бум! Вот так вот. Всех взорвали.
Так, Плювик, не подставляйся, куда ты бежишь? Ты должен сзади быть. А мои динозаврики будут уже тебя прикрывать. Ага, там хиллер. Все, хиллера сейчас тоже накрыли. Я так понимаю, сейчас будет, ребят, последняя волна. Давайте мы быстренько с вами армию здесь сделаем. Быстро не получается. Ну, я готов, бомбочка ждет. Так, наверное, запускать пора. Дунс. Ну, вообще проще простого, ребят. Проще простого. А, это ледяной валун. Поцелуй снежного человека наносит урон и замораживает троглодитов. Сколько стоит? У меня, наверное, уже и денег не хватит. Так, позже мы это сделаем. Я так понимаю, в магазин меня не отправят, да? Этот замечательный набор поможет вам взять верх над троглодитами. Это понятно, но... я не хочу денежки вкладывать сюда. Ребят, не получится у меня взять ледяной валун, так как он стоит 800 монет, а вы видите, у меня всего лишь 517, поэтому придется немножечко позарабатывать. Ух ты! Ух ты! Неужели нам здесь дадут нового динозавра? Смотрите, ребят, как прикольно здесь смотрится все. Хе-хе, очень хорошо, ты открыл третий снаряд. Погоди, а я же его не купил. Бросай свой новый снаряд. Куда его бросать? Ну давай, бросим. Ага, а теперь веселись. Ну, спасибо тебе большое, учитель-черепашка. Так, давайте, ребята, вызывать плювиков. Значит, этот валун просто-напросто замораживает. Ну, еще, естественно, он наносит урон. Так, плювик, вперед. Отлично, яблочко заберем. Кстати, здесь... ой, а вот это вот плохо. А давай вот так сделаем. Посмотрим, получится у нас... бумс! Плювики, не подставляемся. Зачем вы бежите вперед, батьки, а? Вот скажите мне. Вот издалека плюйте. Молодцы. Зарабатываем с вами деньги, это очень прекрасно. Так, давай-ка вот заморозим здесь. А? Пускай стоит и думает, где он ошибся. Яблочки только отдай. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, тихо ты, разошелся, ничего себе. Плювиков просто с удара сносит. Да. Они слабенькие, ребята, в ближнем-то бою. Наши плювики. Бумс. Так, давай. А вот эти вот тоже слабенькие копейщики. Троглодитовские. Так, дай-ка я вот так вот валун, наверное, брошу сейчас. А хотя не обязательно. Нет, обязательно. Обязательно. Так, плюем, плюем, плюем. Готов. Так, новый динозавр Трицер. Ну, насколько я помню, это, по-моему, должен быть... а, Трицер. Куда он идет-то? А, еще будет волна! Трицер! Что? Что показывают? Я не могу понять, что-то показывали? А для чего? Так и не понял. Ну, третий, нет? Эх! Чутка не хватает нам до третьего. Ребят, короче, новый динозавр Трицер. Танк с очень высоким здоровьем. Идеален для защиты других динозавров. То есть плювики могут спокойно идти за его спиной и плевать в этих троглодитов. Хорошо, но я думаю, что танк будет, наверное, и у троглодитов. Так, задание на сегодня. Призови 200 динозавров по твоему выбору. Уход за питомцами. Угу, это такое задание, да, у меня сегодня дали? Ух ты, смотрите, ребята, мы можем с вами улучшить Трицера. Трицера улучшить. А, раптор. Раптор его увеличать. Ну, давайте улучшим. Пропустить обучение. Нет, я уж думаю, секундочки, мы с вами подождем. Ничего в этом страшного нету. Так, и всего лишь 300 монет у нас осталось. Я ничего за них не смогу купить. Слушайте, мы, наверное, сегодня вот добьем, да, вот эту вот картишку. Это сколько у нас получается? 10 здесь уровней. Поехали вот сюда. Я просто боюсь представить, когда здесь появятся катапульты, что здесь будет. Здесь, наверное, не только катапульты. Здесь и летающие, наверное, юниты, да? На каком-нибудь древнем дельтаплане они тут будут летать. Ну, куда вы бежите, охламоны? А? Ну, что вам не сидится дома, а? Сидели бы в своей пещерке бы. Нет, вот... нет, я понимаю, в принципе, они хотят кушать, наверное, поэтому они и бегут за этим яйцом. Скорее всего, так оно и происходит. Так, я понял, понял, вызываем.
Ого, он 14 яблок, ребят, стоит. Недешево, недешево. Главное, чтобы он стоил этих яблочек всех до единого. А давайте, знаете, что сделаем? Так, погоди-ка, ничего не будем делать пока. Посмотрим, как он ведет себя. Ох, ребятуля, вы... Нет, ну когда их тут много, это плохо. Давай так вот. Пух. Нет, ну когда плювики сзади, это хорошо. Плювики, это очень замечательно. Так, давай заморозим их. А, замораживается только, ребята, один. Не все. Понятно. Ой-ой-ой, сейчас, по-моему, упадет. Упал мой трицер. Трицер хорош. Давай-давай-давай-давай, ребятули. Какие же вы слабые плювики в ближнем бою. Ну, вообще никакие. Так вот ему. Слушай, больно это все, однако. Так, 10, давай, последняя волна. Мне нужен трицер. Погнали. Я вот так еще сделаю. Упса. Блин, не добили мы его. А давай вот так сделаем. Кто? А, там, я думаю, что за копья летят. Это не копья, это, ребята, веточки. Это летят веточки. Ого. Слушай, тут что-то как-то... Ребятули, тут что-то вообще творится, не знаю что. Так, тихо. Ой, они подходят, подходят. А, у меня здесь куст стоит. Надеюсь, он мне как-то пом... О, вот что нам нужно. Отлично. Так, давай, давай. Нет, плювики не справятся. Ну, не справляются они, хоть ты тресни. Ах, ах, вот для чего нужен куст. Ребята, они его должны пробить. Понимаете? Они должны пробить этот куст. Тихо, не трогай яйцо. Не вздумай даже тронуть его. Бьет по нему, а. Ох, ребят, ну уже сложнее. Уже намного сложнее. Ничего себе, там волна такая побежала на меня. Так, повышение уровня. Мы третий уровень с вами получили. И за это нам дали, ребята, бриллиантик. Ну всего лишь третий. Зато 20 динозавров из 200 мы призвали. Так, плювики довольно беззащитные. Я уже, честно говоря, это увидел. Прикрывайте их. Ох, у нас 3 дня уйдет на то, чтобы с этим справиться. Вот с этим? А почему 3 дня уйдет? Неужели так сложно? Так, открывай новые уровни. Ха, мои приятели-динозавры помогут тебе. Да, давай сделаем это. Давай. Так. Я немножко не понял, ребята, в чем сейчас был юмор. Так, что это такое? Угу. А в чем был прикол? Я думаю, мы там будем с вами драться, но нет. Не... Огненные троглодиты устраивают динозавров. А, огненные троглодиты устраняют динозавров с одного удара. Да ладно, что, серьезно, что ли? А я тогда буду их уничтожать. Так, погоди-ка, что-то у меня не получилось их уничтожить. Давай попробуем вот так сделать. Да ну! Хорош уже! Не могу, ребята, ничего сделать, представляете? Не нравятся мне эти огненные троглодиты. Просто не нравится, и все. Яблочко, отдай сюда. Так, плювики. Помогаем. Так, секунду. Ох. Слушай, ну ведь хорошо букнуло, почему не убили? Ох, сколько здесь, ребят, стрелков. И причем они далеко стреляют, а мои плювики... А мои плювики слабаки, вот что я вам могу сказать, ребят. Вообще слабачки. Ой-ой-ой-ой-ой. Плювик, зачем ты сюда пришел? Да куда ты, плювик, бежишь? Сейчас тебе хана будет. Они тебя веточками забросают. Слушай, опять огненный троглодит бежит. Не нравится мне это. Дайте мне призвать этого. Трицераптора-то. Во-во-во-во-во-во-во, поехали. Вышел, ребятули, трицераптор. Мне нужна бомба. Ух ты, хорошо-то как раскурочили.
Сейчас, 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 секунду, секунду, секунду. Ребята, бомбочка готова. Я вызываю ее. О, вот это я понимаю урон. Иди ты отсюда, ты нам не нужен. Вот сиди замороженный. Блин, он быстро отходит. Слушайте, знаете, в чем проблема? Я думал, кто меня так легко бьет. Вот кто, оказывается, стрелок, который издалека бомбит. Он очень такой сильный, надо его уничтожать. Этих заморозим. А лучше вот так сейчас сделаем, бомбочкой, да? О, красиво. Так, бежим. Бежим, 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 этого стрелка сейчас нахлобучили. По-моему, это была последняя волна. Да, твоя победа, естественно, моя. Не твоя же. Опачки, открыто новое улучшение. Ядовитая ловушка, отличное колючее растение. Отравит любого троглодита, который коснется ее. Хм, слушай, это шикарно. Это очень шикарно. Рэмбо отлично справляется с группой слабых троглодитов. Рэмбо. Так, стоит у нас эта ловушка 1200, у меня 1637, поэтому я покупаю эту ловушку. Так вот. Все, как говорится, мне пригодится. И у меня еще даже есть маленечко денег, но улучшить я ничего, к сожалению, не могу. Да плювик, отойди. Погоди-ка, мы... Нет, не хватает. Не хватает. Я думал, что раптора можно улучшить. Он все-таки, в конце концов, мне, ребят, помогал. Смотрите, удвоение монет можно купить здесь. За 25 брюликов. Да, но, к сожалению, пока не могу. И вот тут, ребята, следующий у нас какой-то уровень. Вот я не понял юмора. Я думал, что вот здесь будет 10 уровень. Ну, почему-то как-то... Погоди-ка секунду. Я нажал, и у нас... Выживание? Ядрить тебя на корень. Не зря там был нарисован черепок. Это выживание, ребята. Уровень на выживание. Вы понимаете? Не знаю. Не знаю, что у нас тут получится и как получится это. Погнали. И бумс. Блин, вот зря я, ребята, бросил, потому что не на полную использовал вот эту вот бомбочку. Так, ладно. Давай смотреть дальше. Слушай, с копьями идите отсюда, а? Они слабенькие. Подбили мы одного. Так, вот эти вот самые крепкие, я считаю. Вот, вот эти вот. Хотя с копьями тоже, наверное, не из легких. Давай, давай, поможем. Бомбочку теперь. Выживание, да? Значит, тут хоть будет конец или нет, ребята? Я имею в виду волне вот этой вот. Или они будут без конца? Сколько выживем, столько и выживем. Так, плювик выплюнул, молодец. Плювик. Давай, 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 давай. С копьями бегут, с копьями. Третья волна. Угу. Ну, естественно, плювики у меня рассыпаются. Отлично. Так, вот сюда, наверное, бомбанем. Бумс. Шикарно. Шамана просто, ребята, сдуло. Сдуло ветром. Как будто его здесь вообще и не было даже. Плюви, куда ты, елки-палки, родной мой. Хотя он довольно быстро плюется, между прочим. Ой, веточники. Веточники пришли. Вот они, кстати, очень наносят сильный урон. Посмотрите. Очень сильный урон. Так. Да что ж ты. Заморозили, убили. Так, бомбочку бросим сейчас. Ага, получили свое, гаденыши. Еще призываю одного трицераптора. Ну, где вы там, хламоны, выходите. Смотрите, мы не даем им шанса, ребята. Знакомая тактика, а? Я думаю, что все узнали эту тактику. Тактика Tower Conquest'а. Зажать и не дать им шанса. Где волна? Пятая волна, ребят, кстати, между прочим. Ага. Давай так сделаем. Слушай, тут можно и плювиков спокойно вызывать, я думаю, да? Нет? Можно или нет? Я не знаю. Ну, давай, 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 давай. Да что такое? Я яблоки хочу взять, а не камеру двигать. Волна шестая. Так, шаман там даже пикнуть не успел, как мы его раздеребанили. Так, давай-ка вот этих вот маленьких вызовем еще. Мало ли там чего. Прикроют. Как говорится, нам спины. Бегут уже, уже бегут. Ох. Шикарно бомбим.
Ой, а здесь камень бесполезен, ребят, к сожалению. Мы все равно бросим. Давай, кусаем. Жалко, у меня нет никакого хиллера, который мог лечить моих динозавриков. Ну так, на всякий случай. Зато яблочки получаем. Так. Давай еще призовем. Волна седьмая. Я прям чувствую себя королем каким-то. Непобедимым. Смотрите, ничего не могут они сделать. Счет у меня растет. А в чем суть вот этого всего выживания? Может быть, здесь 10 волн, ребят? Посмотрим. Если 10 волн пройдем, может быть, что-нибудь хорошее заработаем здесь. Фиг его знает. Так. Ой-ой-ой-ой, а что? Что он показывает мне вот сюда камень? Зачем? Ну давай брошу. Не понимаю я толку от этого. Ну, где вы там? Волна восьмая. Неужели здесь действительно 10 волн? Тудуш. Я их просто зажал, и они ничего не могут сделать, представляете? Все, просто стоят мои здесь вот юниты и не дают им выйти из этой пещеры. Вот это тактика, ребят. Ой-ой-ой, что там? А как? Тихо. Каким макаром они смогли убить у меня здесь моих динозавриков, а? Я не понял. Как у них это получается? Так, надо вызывать дальше подмогу. Так дело не пойдет. Это, наверное, копьеносчики вот эти вот. Смотрите, вот они с копьем, они очень далеко бомбят. Скорее всего, это они. Ну ничего себе, мы с вами тут, наверное, денег заработаем. Целую кучу. И нам хватит на много чего прапывания. Бомбочка пошла, бомбочка пошла. А? Ух ты! Этот троглодит защищен от атак динозавров? И что ты предлагаешь? Зашибись! Ты видел, что он сделал? Чуть было всех не ухоркал здесь. Так, последняя волна сейчас будет наверняка, да? Десятая, по идее. Или девятая. Ты посмотри, блин, а что он творит? Они зачастили, ребята, вот эти вот динозавры-то. Ой, троглодиты, которые с щитами. Давай. Не сдаемся, ребятули. Не сдаемся. Здесь все-таки выживание, а не отдыхание. Так, кто это у нас тут? Надо плювиков побольше. Или же нет. Или же да. Вот так сделаем. Блин, я бомбочку вызываю тогда, когда она не нужна, ребят. Ну, это несправедливо. Так, давай. Ой-ой-ой-ой, мои без прикрытия остались. Конечно же, давайте, давайте, защищать их. Плювики. Не подведите. Смотрите, плюют. Фу, так. Какой? 13-я волна? Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Ребят, здесь бесконечно получается у нас все это дело. Я думал, что 10 волн и все. Ага, 10 волн и все. Фигушки там. Только не говорите, что здесь 100 волн. Ой-ой-ой. Тихо, как так-то? Что делать, ребята? Что делать будем? Ну, по-моему, сейчас проиграем. Фига ты кричишь. Ты ж меня напугал, елки-палки. Плювик. Да. Правильно, вот такие вот чувачки с щитами пойдут. Против них ничего мы сделать не можем. Вот так вот. Чего? Кто это еще? Это кто еще ползет? Что за куст ходячий, эй? Блин, я вообще-то хотел, ребят, шамана накрыть. Вот эти вот с щитами, ребят, смотрите, я их не могу пробить, потому что вот этот тот хитрый шаман их хиляет. Давай так попробуем сделать. Офигеть! Они мои яйцо... Да, они разбили. Ух! Новая жизнь через полчаса. Угу.
И что мне за это вообще дадут? Или это так, просто испытать себя на прочность? Нет, ребят, какой-то у нас, видите, тут счет идет. И Трицер завершил у нас обучение. То есть он стал лучше. Ну что ж, дорогие мои друзья, наверное, на этом мы будем с вами завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Как говорится, если вам понравилось, то лайкосик и пишем в комментах. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.